Очередная модная тусовка в Алматы собрала всех представителей шоу-бизнеса в одном из заведений мегаполиса. Ох, что только не происходило там. И танцы, и сплетни, и... Ну, в общем, лучше смотрите сами. Несмотря на то, что на календаре третий день рабочей недели, а до выходных еще два дня, селебрити отечественного шоу-бизнеса не устают тусить в модных заведениях любимого мегаполиса. Так почему же звездам не сидится дома? А все потому, что кто-то презентует свою свежую видеоработу. На этот раз виновниками торжества стали шоумен, ведущий, а с недавних пор еще и певец Алан Черкасов и Сосо Павлиашвили. Новоиспеченный дуэт презентовал новый клип на песню «Невеста», автором которой является сам Алан. Если такой маэстро, как Сосо Раминович, артист большой буквы, оценил мое творение и согласился спеть со мной дуэтом, мало кто знает, но за всю историю существования этого артиста Сосо Павлиашвили впервые спел чужую песню. И эта песня была моя. Вот такой Алан многогранный, успевает и песни писать, и совместными работами удивлять. Хотя сейчас дуэтом с прославленным грузином уже никого не удивишь. Уж очень любит мэтр российской эстрады петь с казахстанскими звездами. И, кстати говоря, делает он это совершенно бесплатно. В одном из интервью не так давно Сосо Раминович во время бэкстейджа клипа так и сказал, чтобы я когда-либо взял за это деньги, да вы что, я вас умоляю, я же джентльмен. Я полностью подписываюсь под каждым этим словом. Это было бы неправильно. И в моем случае то же самое. Если кто-либо когда-либо вдруг захочет и увидит во мне какое-то дополнение, захочет спеть со мной дуэтом, я не буду за это спрашивать деньги. Если мне песня нравится и артист его творчество устраивает, я с ним соглашусь петь просто так. Действительно, в этом деле главное вдохновение. Алану с этим повезло. Ведь главная муза в его жизни, которая всегда готова поддержать начинание мужа, красавица-жена Анастасия Черкасова. Я своего мужа стараюсь вдохновлять не раз в месяц, не раз в неделю, а стараюсь его вдохновлять ежеминутно. Он у меня очень-очень любит комплименты, очень у меня любит внимание, поэтому сегодня такой вот, знаете, как говорится, выхлоп. Итак, вернемся к клипу. Видеоработу уже успели оценить друзья и коллеги по творчеству Алана. Слушайте, ну как может не понравиться такой шедевр? У него настолько душевные песни, такие девчачьи. Правда, мне очень понравилось. Мне кажется, великолепный клип. Я не знаю, Игорюшка, как тебе? Я в восторге. В то время как одни не могли скрыть восторг от увиденного, Ануар Нурпеисов решил быть честен с другом и без малейшего страха высказал свое мнение. Да простят меня создатели клипа. Не знаю, должна была какая-то появиться драма. То есть я ждал, что идет что-то к чему-то, какое-то будет развитие событий. Так все красивые, все добрые, но это там жизни мало, мне кажется, показалось. Как работа технически, она хороша, а по креативу троечка. Алан, не обижайся, бро. Я всегда честен. Вот так мнения о видеоработе разделились. Но не стоит забывать, что лучшую оценку клипу могут дать телезрители, ради которых все и создается. Мне кажется, это был хороший заказ на чьей-то свадьбе. И Алан Черкасов и пригласил Сосо Павлиашвили. Короче, они отработали какой-то заказ, love story на очень богатой свадьбе. В целом, работа хорошая. Это обязательно фразу ставить. Я бы не знаю, я бы кого-нибудь там убил бы в этом клипе. Айдана Тимирова, Асхат Шаяхмет, Headliner.